Ольга Бергольц, памяти защитников. Когда прижимались солдаты, как тени к земле, и уже не могли оторваться, всегда находился в такое мгновение один безымянный, сумевший подняться, где трава от росы и от крови сырая, где зрачки пулеметов свирепо глядят, в полный рост над окопом переднего края поднялся победитель солдат. День победы, зелени березы, первые весенние цветы, у могилы обелисков слезы, в памяти военные черты. И сегодня, вспоминая годы боли, годы страха и кровавой той войны, мы отыгрываем тех героев роли, кто отбил свободу для страны. Их осталось сосчитать по пальцам, мы последние, кто видит их в живых. Так давайте в мире жить, стараться, чтобы война осталась лишь в сороковых.